Добрый день. Сегодня мне бы хотелось рассказать об использовании фотокамеры твердомера NAVATEST TUD3. Фотокамера расположена на тыльной стороне прибора, оснащена вспышкой. Для того, чтобы начать работу с фотокамерой, сначала нужно произвести несколько замеров. Будет использована мера твердости по шкале LIBA, а также динамический датчик с автоматическим взводом. Перед началом замера нужно убедиться, что шкала выставлена правильно. В нашем случае стоит шкала по методу Бринелля. Мы устанавливаем, соответственно, шкалу LIBA. Сталь соответствует. Производим серию замеров. Достаточно. Далее нажимаем кнопку Enter для сохранения результатов замеров. Появляется виртуальное меню, в котором нужно присвоить порядковый номер проведенного замера. В данном случае это номер 1. При помощи кнопки Enter сохраняем. Фотокамера включается автоматически. При помощи короткого нажатия кнопки в средней кнопке производим фотосъемку. Если качество съемки нас устраивает, опять же при помощи кнопки Enter сохраняем фотографию. На экране в левом нижнем углу появляется метка. При помощи стрелок мы перемещаем ее в ту часть меры твердости, где производился замер. В нашем случае это середина меры твердости. Для сохранения также нажимаем кнопку Enter. Все, замеры произведены. Для того, чтобы найти результаты замеров, выходим в основное меню, заходим в раздел «Архив» и находим здесь соответствующий замер под номером 1, где указана фотография с отметкой о том, в каком месте производился замер, и среднее значение твердости.